Рожкова. Далман для начала попадает в собственного партнера. Баченский шайбой. Не проходит эта передача на Бойда, который там притаился налево для вратаря штанги. Но шайба по-прежнему в зоне атаки для Бориса. Вот здесь Далман ее сохранил. Хорошее подключение Ладина. Бросок, гол. Ну вот вам и гол в большинстве. 2-1. Майк Ландин в очке закрывает обзор голкиперу. И шайба влетает под перекладину. И вот так 2-1 Борис уже ведет в эту встречу.